Обращение инициативной группы на сессии было рассмотрено. Все требования, которые необходимо были выполнить по данному обращению, Шарыповским городским советом выполнено. Поэтому повторных для правовых оснований для повторного рассмотрения нет. То есть я правильно понимаю, инициативной группе в их обращении отказали. Тамара Александровна продолжает работать. Да. Мнение губернатора, что не поддерживает обращение инициативы. Но это мнение, которое депутаты берут во внимание. А все-таки вот решение депутатов, оно каково по этому вопросу? Решение депутатов поставили на голосование, потому что 2/3 от списочного состава должны проголосовать были по данному вопросу за, да, 2/3 депутатов. То есть должно проголосовать было 14 депутатов. Когда был поставлен вопрос на голосование, инициативная группа ушла с сессии, поэтому оставшиеся проголосовали против удаления главы в отставку. И этого количества голосов было достаточно для принятия этого вопроса? 9 у нас было голосов. 9 голосов. Наталья Александровна работает дальше. Конечно.